Ну что, ребят, ладно. Значит, проконсультировался в салоне связи. Прорекламировали мне айфончики. Ценник до 150 тысяч рублей. И решил я, думал и решил пока что радоваться моему Honor 50. И, как говорится, в ус не дуть. Ну, погнали. Поговорим о том, чем наша жизнь согрета. Вполне, значит, американский этот самый зад торгового центра. Ну да и бог с ним. И наши традиционные панельные дома. Еще раз скажу, что эти панельные дома — это сущая благодать по сравнению с тем, что строят сейчас. Выпал снег, и это хорошо. Значит, чем похвастаться? Хвастаюсь я своим знакомством с Александром Либовым. И, по крайней мере, конечно, все это весьма туманно и весьма, как говорится, по-донкихотски. Но я радуюсь мысли, что мы с ним посидим в ресторане и, как говорится, обсудим все дела, просто поговорим, как деловые преуспевающие люди. И это, как говорится, хороший образ. На улице минус 7. О, окушко, смотри. Город Москва, метро Братиславская. Северная страна. Сокращенная СС. Парковочка. В общем, слава богу, выпал снег. В Москве без снега просто невыносимо. Да, я думаю, и, в принципе, и шкалу я без снега зимой представить себе не могу. Да там такого, по-моему, и не бывает. В общем, что касается моей жизни. В моей жизни что касается? 2 года назад, в ноябре 21 года, было еще в самом разгаре мое житье на улице Прохорова. Да, я полгода там ровно прожил. И это отдельная эпоха в моей жизни. Я считаю, что очень счастливое и позитивное. То, что происходило потом, это такие переходные этапы. И сейчас я рассчитываю на новый хороший период. Вот так, видите, на экране смотрится, да? Сколько квартир, да? Сколько жизней, посмотрите. Это ж просто. Можно уже больше ничего не снимать. Ладно, двигаемся перехода. Вон там переходик у нас.